творожные пончики. В миску муку, сахар, соду перемешиваю. Теперь яйца и ванильные творожные сырки. Снова перемешиваю. Тесто немного липнет к рукам. Формирую небольшие шарики, примерно 3 см в диаметре. И опускаю в разогретое масло. Готовые шарики выкладываю на бумажное полотенце. Мягкие, нежные и очень-очень вкусные. Пробуй, делись, подпишись. Завтра увидимся.